Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я вам покажу, как связать вот такого замечательного мягенького пупсика Йо-Йо. Вяжется он очень просто. Его особенность является в том, что он головастик. Шапочку я вязала, видите, она снимается. Вот, получается вот такая вот основка интересная, страшненькая такая, инопланетянская. Но в шапочке, довольно-таки, согласитесь, он миленький. Шапочка у меня снимается. Шарфик у меня, вот снудик, также снимается. В общем, все вяжется довольно-таки быстро. Он у меня мягенький, вот посмотрите, вот такая вот основка. Наполняла я его холофайбером, в общем, такой мягкий наполнитель, довольно-таки синтепон похожий. В общем, вот такие вот бусинки-глазки. Украсила я вам сегодня покажу, как я делала шапочку. Украсила я шапочку цветочком с предыдущих своих уроков. Шарфик у меня провязан. Просто 5 набрала петелек и провязала их туда-обратно, в общем, платочной вязкой. То есть всего у меня вот такой вот, получается, длинный шарфик, где-то приблизительно сантиметров 17. Вот, я его сделала специально на пуговички, перекручивать, чтобы и такой вот у меня получился в качестве украшения. Вязать вы можете пупсика разными цветами, то есть хотите, сделайте полосатенького, хотите, в принципе, здесь манжетики отделяйте, ну, то есть... В принципе, как хотите, так и украшаете. Я вам покажу сегодня, как связать основку, а там вы уже сами решите. К примеру, на шапочку можете, если вы будете делать мальчика, не цветочек, а сделать здесь, к примеру, бубончик. Бубончик также в предыдущих моих уроках есть, можете посмотреть. Ссылочки я все оставлю под видео. В общем, если вам понравилось, присоединяйтесь. Для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла Ализе Lana Gold Fine. Здесь 390 метров в 100 граммах желтого цвета в качестве основного для вязания. Также вам понадобится нежно-розовый либо бежевый немного для головы, ручек, в общем, открытых частей тела. Крючок под толщину ваших ниточек. И ножнички для обрезания кончиков. Также вам понадобится иголочка для закрытия петелек. В общем, также понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем. Начнем вязание мы с ножек. По мере вязания будем наполнять. Делаем кольцо амигуруми. У него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Втягиваем наше колечко, придерживаем последнюю крайнюю петельку. Теперь будем делать в следующем ряду прибавки в каждую петелечку. Будем вязать по 2 столбика без накида. Всего мы прибавим 6 столбиков. Значит, у нас получится в конце ряда 12 столбиков. Итак, 1, сюда же 2. Следующую, третий, четвертый, следующую, пятый, шестой, следующую, седьмой, восьмой, следующую, девятый и десятый, затем последняя прибавочка, одиннадцатый и двенадцатый. Теперь у нас в конце ряда 12 столбиков. В третьем ряду мы сделаем снова прибавочку, но чередуя столбик без накида, прибавочка. Столбик без накида, прибавочка. Сейчас вяжем столбик без накида, в следующий прибавочка. Это получается 3, в следующий 4, в следующий прибавочка 5, 6, в следующий 7, затем прибавочка 8, 9, следующий просто столбик 10, затем прибавочка 11, 12, следующий 13, следующий прибавочка 14, 15, следующий 16, следующий прибавочка 17 и 18. Все, третий ряд у нас закончен. Теперь мы будем четвертый ряд делать. Но каким образом? Сначала мы сделаем в первую петелечку прибавочку. Это у нас
первая петелечка. Теперь вяжем 8 столбиков без накида в каждую по петелечке, в каждую по столбике, простите. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 довязываем. 7 и 8. Теперь снова сделаем прибавочку. И теперь довязываем 8 столбиков. То есть, смотрите, если вы 18 поделите напополам, это получается по 9. То есть, первую делаете прибавочку, а затем в оставшиеся 8 вяжете по столбику без накида в каждую петлю по столбику. Итак, 3, 4, 5, 6, 7. И 8. Все, закончили 4 ряд. А сейчас с 5 по 13 мы должны провязать столбики без накида, без прибавления. Для этого я беру краешек нашей ниточки и вперед его вытаскиваю, как бы отмечаю начало ряда. И если вы посчитаете с 5 по 13 ряд, у вас получится 180 столбиков без накида. То есть 180 столбиков, если вы поделите на 20 петелечек по кругу, это получается 9 рядочков. Вот 9 рядочков вам нужно провязать. Для чего я вам говорю отметить начало ряда? Чтобы вы не сбились, какой ряд вы провязываете. То есть, допустим, вы на что-то отвлечетесь и забудете, сколько вы столбиков провязали. То с помощью вот этого отметки начала ряда вы с легкостью посчитаете. То есть 1, 2, 3, 4. И так продолжаете в каждую петелечку, в каждый столбик провязывать столбик без накида. Таким образом, вы, когда провяжете 180 столбиков без накида, у вас закончена одна ножка. Такие детали к вам нужно провязать 2. Итак, вот мы довязали 2 ножки. Теперь берем первую ножку, которая у нас с отрезанной ниточкой. И вторую ножку следом одеваем на один крючок 2 петелечки с ножек и продеваем одну петелечку сквозь вторую. Таким образом мы сделали как бы соединение. И продолжаем вязать по кругу столбиками без накида. Возвращаясь в начало ряда, у нас должно получиться 40 петелечек. Обвязываете одну ножку. Затем берете в конечном обвязывании ножки первую петлю следующей и так обвязываете до конца. Итак, довязали до конца ряда 40 столбиков без накида. А теперь 15 ряд вяжем следующим образом. 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь вяжем убавочку. Убавочку вяжем за передние столбики первых двух петель. Провязываем столбик без накида. Теперь вяжем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 14, 15. Теперь снова делаем убавление. За 2 передние стеночки петелек, 2, делаем столбик без накида. И, сделав убавочку, довязываем 9 столбиков без накида до конца ряда. В итоге у нас, убавив 2 петелечки, остается 38 столбиков. Итак, довязали до конца ряда 9 столбиков без накида. А теперь 16 ряд довязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11. И снова делаем убавочку. За 2 петелечки передней стеночки провязываем столбик без накида. Сделали убавочку и теперь снова вяжем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 14 и 15. И снова убавочка за 2 передние стеночки петелечек, столбик без накида. И до конца ряда довязываем 8 столбиков без накида. В конце ряда у нас должно получиться 36 петелечек, 36 провязанных столбиков без накида. 17 ряд. Провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И делаем убавочку. За 2 передние стеночки провязываем столбик без накида. А теперь провязываем снова 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 14 и 15. Снова делаем убавочку за 2 передние стеночки. Провязываем столбик без накида. И до конца ряда теперь нам осталось довязать 9 столбиков без накида. И в конце ряда у нас должно получиться 34 петелечки, провязанных 34 столбика без накида. 18 ряд. Снова провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаем убавочку. За 2 передние стеночки 2 столбиков провязываем столбиком одним без накида. И теперь провязываем 14 столбиков без накида. 1, 2, 13, 14. Делаем убавочку снова столбиком без накида. Провязываем 2 вместе столбика за переднюю стеночку. Убавочку сделали. И теперь довязываем до конца ряда 7 столбиков без накида. 1, 2, 3. 19 ряд. Провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаем убавочку за передние стеночки и провязываем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 12 и 13. Снова делаем убавление за передние стеночки. 2 столбика провязываем одним столбиком без накида. И до конца ряда довязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3. И в конце ряда у нас получилось 30 столбиков без накида. 20 ряд провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем убавление, как всегда, за передние стеночки. И провязываем 13 столбиков без накида. 1, 2, 3, 12, 13. И снова провязываем убавление за передние стеночки, все без изменения. До конца ряда довязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, в конце ряда у нас получилось 28 столбиков без накида. 21 ряд вяжем следующим образом. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавление за передние стеночки.
провязываем. А теперь мы провязываем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10 и 11. Снова делаем убавление. И до конца ряда довязываем 6 столбиков без накида. В конце ряда у нас должно получиться 26 столбиков без накида. 2, 3, 22 ряд провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем у нас идет убавление. За передние стеночки 2 петелечки провязываем столбиком без накида. И теперь вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 10. Затем идет снова убавление. Провязываем за передние стеночки убавление. И до конца ряда довязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, мы довязали 22 ряд. В конце ряда 24 столбика без накида у нас провязаны. Теперь 23 ряд провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем идет убавление. 1, 2. Убавили. Теперь провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 9. Убавление. 1, 2. Провязываем столбиком без накида за передние стеночки. И до конца ряда довязываем 5 столбиков без накида. 1 столбик, 2, 3, 4, 5. В конце ряда у нас получилось 22 петелечки, 22 провязанных столбика без накида. 24 ряд снова провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали 6 столбиков, а теперь делаем убавление. Раз, два. За переднюю стеночку 2 петелечки. Все как всегда, столбиком без накида. Теперь провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 8. Делаем убавление. 1, 2. И теперь довязываем до конца ряда 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Довязали до конца ряда у нас 20 столбиков без накида. Теперь привытяните петелечку. И я предлагаю вам наполнить наши ножки игрушечку. Мы наполнили ножки с туловищем и теперь продолжаем вязать 25 ряд. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавление. 1, 2. Вместе столбиком без накида. Теперь провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 6 и 7, да, 7, 6 и 7. Теперь сделаем снова убавление. 1, 2. И довяжем до конца ряда 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Итак, мы закончили 25 ряд провязывать. У нас 18 столбиков без накида. Я вам предлагаю еще 2 ряда провязать столбиками без накида.
То есть 2 ряда на 18 это 36 столбиков без накида. Мы довязали 2 ряда столбиками без накида, а теперь берем, делаем полустолбик и присоединяем цвет. У меня это бежевый, у вас это может быть розовый, то есть тот, которым будем вязать наши голову и личико. Делаем столбик до конца, довязываем и теперь будем провязывать прибавки. Будем чередовать 2 столбика без накида прибавка. Я буду постепенно ниточки ввязывать по ходу вязания. Итак, первый, второй столбик, прибавка, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. 1, сюда же второй. Теперь снова 1 столбик, второй, третью петлю, 2 столбика без накида. И так нам нужно провязать до конца ряда прибавки. Последний столбик провязали с прибавкой. Теперь будем чередовать 3 столбика без накида прибавка. То есть провязываем 1, 2, 3 столбика. Четвертый делаем прибавку. Провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Снова 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. И так до конца ряда. По кругу у нас теперь 30 столбиков без накида. Но мы делаем еще прибавки. Теперь мы чередуем 4 столбика без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4 столбика. Пятый прибавка. 1, и сюда же второй столбик. Снова 1, 2, 3, 4, пятый прибавка. 1, сюда же второй. Итак, довязываем до конца ряда. Следующий ряд мы будем провязывать 5 столбиков без накида, делать прибавку. То есть это у нас сейчас получается 29 ряд. Мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку 1 и сюда же 2. Теперь снова провязываем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Затем в шестой делаем прибавку. Первый столбик, сюда же второй столбик. И так провязываем до конца ряда прибавки. Таким образом мы с вами провязали 29 ряд, где делали 5 столбиков без накида, затем прибавку. У нас в конце ряда получилось 42 столбика без накида, провязанных по кругу. Вам нужно таким образом прибавлять в каждом последующем ряду по 6 петелечек. То есть сейчас мы чередовали 5 столбиков без накида прибавка, затем 30 ряд. Будем прибавлять еще 6 прибавок, значит провязываем 6 столбиков без накида прибавка. Будет 48 петелек. Затем 31 ряд, 7 столбиков без накида прибавка будем чередовать. 8 столбиков без накида и 9 столбиков без накида прибавка. То есть таким образом вы добавляете в каждом последующем ряду по 6 столбиков без накида. То есть чередуя сначала 5 прибавка, 6 прибавка, 7 прибавка, 8 прибавка и 9 прибавка. В конце провязывания с 9 столбиками без накида прибавка чередования, это будет 33 ряд, у вас будет по кругу 66 столбиков без накида. И тогда мы с вами продолжим. Я думаю, здесь уже не нужно ничего объяснять. Здесь, в принципе, довольно-таки просто и легко. То есть вы, где поменяли ниточку, у вас отмечено начало-конец ряда. И вы, как бы глядя на эту отметочку, просто провязываете, чередуя, еще раз повторю, 6 столбиков без накида, прибавка 7, 8 и 9. Итак, встретимся с вами на 34 ряду. Вот я провязала 9 столбиков без накида и прибавки. Последний ряд, 33, и приступаем к 34 ряду. 34 ряд мы будем провязывать в каждую петелечку по столбику без накида. И таким образом будем провязывать 34, 35, 36, в общем, столбики, начиная ряды с 34 по 44, то есть 11 рядов столбиками без накида, без прибавлений и убавлений.
Если взять 66 столбиков без накида, умножить на 11, это получается 726 столбиков без накида. Хотите, просто возьмите кусочек нитки или булавочку и отметьте начало первого ряда. Либо просто считайте, начиная от последнего прибавления, то есть вот начиная с первого столбика нового ряда, просто считаете, отсчитываете 4, 5, 6 и так далее, в общем, до 726 столбика. Для тех, кто делал здесь меньше прибавления, чем до 66 столбиков без накида, то есть провязал, допустим, 8 столбиков последний ряд с прибавками, там 60 петелек вам достаточно провязать не 11 рядов, а, допустим, 10, то есть с 34 по 43. Итак, мы довязали наши 726 столбиков, а теперь вяжем следующим образом. Провязываем сейчас 9 столбиков без накида, убавка. 9 столбиков без накида, убавка. 9 столбиков без накида. Каждую петлю по столбику провязываем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И следующие две петелечки за переднюю стеночку провязываем столбик без накида. Это убавка. Теперь снова отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и убавочка. Провязали 45 ряд, а теперь провязываем 46 ряд. 8 столбиков без накида по столбику в каждую петелечку и убавочка. 8 столбиков без накида, убавочка. Все как всегда. 47 ряд. Мы провязываем 7 столбиков без накида, убавление. 7 столбиков без накида, убавление. Если вы не можете запомнить, где у вас начало ряда, а где конец, я вам предлагаю вот так вот отмечать кусочком ниточки начало ряда. То есть после последнего убавления положите ниточку и продолжайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, убавка. И так до конца ряда. 48 ряд будем чередовать 6 столбиков без накида, убавочка, 6 столбиков без накида, убавочка. И так до конца ряда чередуйте в каждую петелечку по столбику 6 раз и убавление. Довязали ряд до конца, а теперь чередуем 5 столбиков без накида, убавочка, 5 столбиков без накида, убавочка. В каждый столбик, в каждую петелечку по столбику без накида, а затем убавочка. И так до конца ряда провязываем 5 столбиков без накида, убавочка. И смотрите, сейчас мы, после того, как мы убавим 5, затем чередуете 4, 3, 2 и 1. То есть последний ряд вы провяжете столбик без накида, убавочка, чередуя столбик без накида, убавочка. И затем мы с вами продолжим. После того, как вы провязали чередование 2 столбика без накида, убавка, 2 столбика без накида, убавка, у вас по кругу 18 столбиков без накида провязано вместе с убавками. Теперь я предлагаю вам наполнить голову, хорошо вот сюда вот наполнить туловище наше, шейку. И если вы будете засовывать какую-то тарахтушку, в общем, как раз-таки это самый подходящий момент, потому что после того, как мы сейчас провяжем столбик без накида, убавка, столбик без накида, убавка, то у нас получится совсем маленькое отверстие для того, чтобы наполнять. То есть вот сейчас как раз-таки настал тот момент, когда вам нужно донаполнять голову, туловище, в общем, шею вот здесь вот. И мы будем заканчивать. Да, наполняли голову. И теперь провязываем столбик без накида, убавочка, столбик без накида, убавочка. До конца ряда. Мы довязали 53 ряд и 54 заканчиваем сплошными убавками. То есть сейчас делаете 6 убавок подряд. И на этом закончится наш ряд. Довязали 6 убавлений, а теперь оставляем небольшой кусочек ниточки. Вдеваем в иголочку. И нам нужно вот это отверстие стянуть. И так немножечко подкорректируйте его, как бы закончить нам его нужно. Вот так вот, чтобы был такой шарик. Вот я стянула петельки на голове. И у нас получилась вот такая замечательная голова, туловище и ножки. Теперь
Мы встречаемся с вами во второй части, там, где продолжим нашу куколку.